Убежище атаковано! Координаты убежища на карте! Отыщите убежище, пока мозгляки его не разворотили! Ожидайте важные метеосводки! Да, это все, что у нас есть. Факт третий. Коренная порода Вещей Долины быстро разрушается из-за мегапортала на ее краю. Как ты это узнал? При помощи моего глубинного эхолокатора. У тебя есть эхолокатор? Это мое назначение. Почему ты этого не знаешь? Насколько сильны колебания почвы? Полное разрушение практически неизбежно. Глок, посмотри на меня, дружище. Мы что-нибудь придумаем, но пока это нужно хранить в тайне. Ладно. Нет, я серьезно, иначе люди ударятся в панику. Ладно. Отличная работа! Убежище нужна перезарядка. Мы сможем эвакуировать выживших, как только починим убежище. Перезарядка убежища займет 10 минут. К нам приближается буря. Укрепите убежище и приготовьтесь. Они могут напасть с любой стороны. Я не могу точно сказать, откуда приближается буря. Взгляните на карту. Thank you.
Не отступать! Сожалею. Защищайте убежище! Защищайте убежище, пока мы не начнем эвакуацию выживших. Доступно дополнительное задание. Убежище разваливается! Yeah.
нужна помощь! Спасибо за помощь! Отлично, ребята! Мы собрали достаточно перита. Внимание, главная база! У меня для вас объявление. Нет, 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 нет! Что? Я просто хочу пригласить всех на марафон Джонни Галактиса. А, прости. Я боялась, ты сейчас расскажешь всем, что Вещей Долине скоро придет конец. Ну, посмотри на это с другой стороны, Лок. Ты только что сохранил важную тайну. Ура! Хоть кто-то счастлив. Может, ты снова отправишь меня на спа-курорт? Нет. Отлично сработано. Благодаря этому периту я смогла наладить стабилизирующее устройство. Ну, поехали. Без Карлоса у нас нет никаких шансов, а у Карлоса нет шансов без нас. Нам надо открыть нестабильный разлом и удерживать его достаточно долго, чтобы Карлос мог спастись. А мы точно уверены, что это хорошая идея? Даже если нет, у нас не будет времени об этом пожалеть. Так что, конечно.